истинная любовь, это на мой взгляд, я вот, в идеальном варианте, это качество редкое. Я имею в виду, когда человек влюбился и до гробовой доски, что называется. Это качество редкое, потому что любить тоже нужно уметь. Это в идеальном варианте. Да, пожалуй, я и оставлю любовь в идеальном варианте. Уметь влюбиться и пронести это чувство всю свою жизнь. Хотя я могу сама же и назвать массу достойных примеров великих людей или людей, тех, которых я уважаю. Но они честны, когда любовь заканчивается, они просто не обманывают друг друга. Любовь и честность, она предполагает эти взаимосвязи. Это два качества взаимосвязаны. Вообще любовь – это удар молнии. Кто-то, кого-то она не настигает. Истинная, настоящая любовь, вот такая, раз такая, она дается немногим. Может быть, это и правильно. Потому что, а почему, чем плохо? Плохо вот это спокойное такое чувство. Просто привязанность, просто наличие сочетания комфорта, привязанности, и не надо никаких страстей. Чем это плохо? Ну, а у кого удар молнии настигнет, тот он испытывает, конечно, широчайшую гамму чувств, но не всякий это выносит. Так что